Беларусь давно и прочно закрепила за собой статус державы спортивной. При этом создана инфраструктура не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. А зима – отличный повод встать на лыжи или сноуборд, тем более, что никуда выезжать не нужно. Два спорткомплекса в Логойске и Силичах приятно удивятся отношением цена-качество, а также близостью к столице, что, собственно, и отмечают гости из России, Украины и даже Китая. Горнолыжный сезон в Беларуси официально открыт. Станислав Липский оценил готовность снежных трасс и пообщался с гостями спортцентров. Год 1998. Олимпиада в Нагано. Сноуборд дебютирует в олимпийской программе. В 2002-м Солт-Лейк-Сити, где белорусская хоккейная сборная выйдет в полуфинал. Впервые в сноуборде представлена Россия. Мария Тихвинская выступает в параллельном гигантском слаломе. А спустя 18 лет историческую личность в этом виде спорта для наших восточных соседей можно увидеть на склонах в Логойске. Да, именно серебряный призер чемпионата мира 1999 года. Сегодня учит азам горнолыжного спорта юных белорусов и гостей спорткомплекса. Снег очень плотный, хороший, не ледянистый. С точки зрения обучения, идеальный для обучения. Мы будем расставлять игрушки, делать трассы, чтобы обучение было в игровой форме, чтобы нашим маленьким друзьям, детям очень нравилось. Я рада быть полезной в Беларуси и буду с удовольствием помогать всем желающим. Подготовить трассу – дело непростое, но первая неделя зимы радует горнолыжные комплексы страны прежде всего отрицательной температурой. Снежные пушки работают вторую неделю, как следствие, и Логойск и Силичи уже принимают гостей. Склоны и трассы доступны для любого желающего. Подготовка идет не зимой. Подготовка начинается осенью. И люди постарались, поймали нужную температуру. Оснеживание проходило ночью, в ночное время, когда падала температура. Определенно достигала минус 3 градусов. Одну трассу, если вы видите, мы отснежили, уже ею пользуются. Наши пушки сейчас стоят направлены на вторую. То есть, я думаю, за эти 2 дня будет вторая готова. Прокат инвентаря, проживание, вкусные, обед и ужин, и даже банный комплекс радует гостей Логойска. Кстати, клиентов все больше и привлекают их через соцсети. Телефонные переговоры уже не в тренде. Приехать в Беларусь надеются и любители активного отдыха из Украины и России. Пришли огромное количество запросов. Запросы мы обрабатывали на самом деле около 2 суток. Получили запросы на прибывание к нам из Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно. На эти выходные мы загружены на 93%. Запросы идут из России, запросы идут из Украины. Ежедневно мы обрабатываем запросы, отвечаем на вопросы и работаем с таможенным нашим, значит, с комитетом, делаем запросы на то, кто может пересечь границу. Несмотря на то, что мы являемся горнолыжным спортивным комплексом, мы еще являемся ездоводительным комплексом, поэтому это не стоит забывать. Мы можем предложить как и активные виды отдыха, какие-то квесты, так и банный вид отдыха, прогулочный вид отдыха. Мы располагаем своим собственным конным клубом, мы можем предложить конные прогулки в том числе. А в эту субботу все любители зимних видов спорта и активных смогут ощутить своего рода магию чисел 12 числа 12 месяца в 12:00 в Логойске. В честь открытия сезона пройдет большой спортивный семейный праздник. Близость к столице, аэропорту и, разумеется, соотношение цены и качества – факторы, которые через сарафанное радио обеспечивают спрос не только среди белорусов, но и гостей нашей страны. Такое изобилие привлекает даже туристов из Китая. Ша Му ежегодно приезжает в горнолыжный комплекс в Силичах. В Беларуси нету кокара. Да. Нет гор у нас. Да. Зато есть хорошее место для кататься на лыже. Но в этом году мы слышим, что тут уже есть как маленькие площадки, уже начали работать, и мы сразу сюда приехали. Как вам, в принципе, наша страна, как Беларусь? Мне очень нравится Беларусь. Люди очень гостеприимные. Глубоко чувствую дружбу между Китаем и Беларусом. Как тебе эта трасса? Как тебе горнолыжный спорт? Это сложно? Это не сложно, это очень классно кататься. В Силичах главная трасса еще на стадии оснеживания, но учебная открыта. Каток также работает, даже несмотря на будни. Из Минска гости едут охотно. Основной поток, правда, после 18:00. Лучшая реклама для жителей столицы – снег в городе. Как только в Минске он выпадает, ажиотаж растет и в спорткомплексах. Действительно, есть такой психологический момент, что если в городе из-за отсутствия снега
снега, скажем так, не видно, что календарная зима пришла. К сожалению, люди не думают, что где-то уже есть снег и можно начинать открывать сезон. Работает 14 установок по производству искусственного снега. Некоторые работают круглые сутки в данный момент, некоторые ночью. Приходить можно к нам с 5 лет примерно, но можно немножко раньше. У нас есть инструктора по лыжам, по сноубордам. На завтра запланировано открытие трассы номер 3 протяженностью 850 метров с максимальным углом наклона 25%. Синоптики обещают, погода не подведет. Самая же крутая в стране трасса номер 2 еще требует неделю для подготовки. Станислав Липский, Алексей Кондратенко и Анзор Тужаев. Агентство «Тельновостей».